Приветствую всех, с вами Сенсей. Сенсей с вами и для вас. Сегодня у меня обращение к аудитории. Хочу всех поблагодарить, кто был со мной эти два года. Каналу исполнилось два года. Большая благодарность всем тем, кто смотрит меня на всех каналах. Неважно на каком. Огромная благодарность всем тем, кто смотрит меня на Ютубе. И огромнейшая, кто перешел на YouTube, смотрит меня на YouTube и еще подписывается. Хотя подписи это не главное для меня главная аудитория. Я здесь не зарабатываю деньги, я их здесь спускаю. Ну и спускаю-то я и не особо много. Вот. Но со временем все, движется время вперед, я поздно это начал. Я еще 5 лет назад хотел этим заняться, но никак. Все, рука не поднималась, как говорится. Но в одни прекрасные выходные 20-го года я, значит, занялся каналом YouTube. Вот. Первые ролики я сейчас со слезами на глазах смотрю, но я их оставил, не стал удалять. Это напоминание мне и всем, что значит YouTube, как это все сложно и тяжело создавать каналы и так далее. Хотя я создал канал... Первые ролики сделал за 2 дня. Вот. Ну, конечно, они сами по себе были кривые. Вот, видите, 12 декабря. Еще раз всех благодарю. Большой поклон вам всем, мои зрители. Как у нас говорят подписчики. Нет, у меня зрители. Я всех благодарю. Значит, все, здесь у меня все видео, вкладка видео. Вы можете спуститься в самый низ, посмотреть. Кого-то, может, игры интересуют какие-то. Они у меня, скорее всего, есть. Все популярные игры я заливал. Ну, что-то кто-то начинал смотреть, кто-то не смотрел. Популярность была совсем другой и так далее. Мой канал вообще только начали находить через полгода. Хотя я этим занимался уже полгода, но популярность, она... конечно, помогает продвигать и другие каналы, то есть и подписчики появились, и благодарности, и люди пишут, и переходят на YouTube. Всем большая благодарность, все те, кто был на этих каналах и перешли ко мне на YouTube. YouTube это приоритет, почему, сейчас я объясню. Значит, у меня здесь есть ролики, которые я делал, кто захочет стать блогером. Кстати, я ищу ведущую, я об этом немножко позднее расскажу. Подробно, из, как говорится, моих уст, чтобы люди знали, кто мне нужен и зачем. Без всякой подноготни там и скрытым подтекстом. Значит, вот у меня, значит, такие темы. Софт и железо, это очень хорошая тема. Она очень хорошо людям заходит. С нее я начал и продолжаю двигаться. Это большой плюс для меня. Я просто угадал, это моя стезя. Космос я тоже угадал. И спасибо всем тем, кто смотрит у меня космос. Да, у меня нет команды за спиной. Вы не сравните меня ни с кем. Я 2 года копошусь, не фотогеничен. Поэтому я и хочу взять ведущую, чтобы она была лицом канала и отойти на второй план. Но люди смотрят, и не только на мою физиономию, а смотрят, и, видать, нравятся людям ролики. И спасибо огромное всем тем, кто смотрит космос. Вот. Я ничего здесь не зарабатываю, монетизация у меня не включена. На Дзене у меня есть монетизация, я им не занимаюсь, хочу отдать ведущие. Там есть работа, там нужно ролики, вот эти ролики делать, именно вот эти две позиции делать в статьи. Их переводить и так далее. Там, как переводить, я все подскажу. Не надо там сидеть и переводить. Полезные у меня есть и во имя справедливости. Да, у меня мало на канале позитива, поэтому я и хочу взять ведущую, чтобы дамы, которые заходят ко мне в канал, он для них не привлекателен. И это, конечно, моя ошибка, но в этом возрасте я смешить, улыбаться и кривляться не могу. Я вообще ненавижу, когда кто-то кривляется. И куклы мне тоже не нужны. Мне нужна ведущая, которая будет вести каналы, развивать себя. Она будет одновременно заливать сюда ролики с новым названием. Я ей дам новое имя. И она будет лицом канала. Раз в неделю будет приезжать заливать ролики. Все на этом. Никакого там подтекста не надо искать. Интим не надо мне предлагать. Некоторые пишут, предлагают интим. Не надо мне интим. Я блогер, но нищий блогер.
А когда я буду известным блогером, мне вообще он не нужен будет, потому что у меня будет с кем проводить время. Сейчас я весь в работе, занят работой, у меня своих проблем хватает. Ищу ведущую, пусть будет замужней, но не ревнивцы, чтобы они тут были под моей дверью, мне это не нужно, проблем чьи-то там решать, скандалы и так далее. Вот у ней будут такие же каналы, она будет сюда заливать свои ролики с этих каналов. То есть будет развиваться она одновременно у меня и у себя. Но у себя она будет под своим именем развиваться, а у меня то, которое я дам. И если она захочет уйти через полгода, ради бога, это ваше решение, вы можете взять и уйти, когда вы уже достаточно будете популярны, ради бога, раскрутка бесплатная, поэтому вам и ничего и не платят. Если бы я вам платил, извините меня, вы бы не раскрутились, я бы не стал вас раскручивать. Вы сами будете параллельно раскручиваться, свои каналы раскручивать, темы и так далее. Моих роликов на ваших каналах не будет. Если вы хотите, ради бога, вы можете их заливать для раскрутки, но и потом и удалить можете, ради бога. Вы работать будете на себя. Возраст от 20 до 40 не принципиально. Но позиция такая, что вот этот средний возраст самый то подойдет. От игр вы не уйдете, обязательно, наверное, будет заливка игр. Но думаю, что потому что вас должно быть много, и каждый ролик готовить, это не просто так. Пожалуйста, если вы наловчитесь, вы можете делать по несколько роликов в неделю, без всяких игр, ради бога. Нужно, у вас должно быть или хобби, или вы какие-то темы должны уже себе набросать перед тем, как мне звонить и так далее. Я иногда раздаю рекламу, иногда на сайте знакомств. Самый удобный сайт знакомств, потому что дамы одинокие и есть чем занять свое пространство. Это хобби, в первую очередь, помните. Но на Дзене можно раскрутиться. И, возможно, у вас пойдут деньги. Первое время он будет для вас. Вы будете им заниматься. А там посмотрим. Пройдет 2-3 месяца, там уже поглядим. Но монетизации все будет пополам. На Дзене монетизации нет, еще раз говорю. Но на Ютубе. Вот библиотека, я хочу вам показать, 1000 роликов у меня загружено. Канал уже более-менее популярен, потому что полгода меня вообще найти не могли. Сейчас вбейте любое название, хоть такое, хоть по-русски, вы сразу меня найдете. Значит, мне нужно лицо нашей компании, совместных каналов, ради бога. Приходите и всех жду. Значит, хочу всех, значит, поблагодарить еще раз, а также сказать, чем я буду заниматься в следующем году. Значит, эти темы, скорее всего, все останутся. Хочу космос сделать полностью озвученный ролик глазами Хаббла. Вот у меня на фоне Хаббла, да, и там название выскакивает, какие галактики, там туманность и так далее. Я хочу это все поискать, перевести для вас. Но это будет, наверное, к Новому году, как подарок на Новый год. Если кого-то космос интересует, всем рекомендую посмотреть фильм «Путешествие на край Вселенной». Это лучшее творение. Лучшего я фильма не видел. Документального. Значит, полезное, как стать блогершей, блогером. Пожалуйста, вы можете все посмотреть. Здесь вот как открыть каналы. И нужно ли их открывать? Сейчас очень сложно пробиваться, потому что ничего не учитывается. На Ютубе мне пришло сообщение, у вас 5000 часов просмотров. Часов просмотров, ребята. Часов просмотров у вас 5000. Вы знаете, что меня удивило? Что мне надо набрать всего 4000 монетизации. Вот мне 3500 я набрал. Мне надо 4000 часов просмотров. А у меня за 4 дня 5000. Понимаете? 5000 неучтенных часов просмотров. Это не просто просмотры. Вот, например, я хотел вам самое главное сказать. Вот смотрите, например, вот этот ролик. Он почти как например, вот этот. По часам. А тут 2 раза меньше. Мне интересно, когда люди меня смотрят. Я, бывает, 10 человек. Вот здесь вот еще немного, и он уже будет просматриваться. То есть
5 человек посмотрело, и оно достигло нужного времени. А 100 человек может не пойти. Поэтому хочу всех предупредить. Первую часть я заливаю на все каналы, а прохождение только на Ютубе. Если вы смотрите на другом канале, для вас, вот говорю, особенно для вас и для вас, и хотите вы прохождение, под видео, под любым видео есть мое железо, вкладка еще, и есть переходы на YouTube. Переходите и смотрите этот ролик. Главное, что ролики сейчас я заливаю в 2К, в HDR, с лучами и так далее, большим битрейтом. Поэтому всех жду и дождитесь все хорошей графики. Я заливаю в 2К. Сначала Full HD и после Full HD 2К. На выходе ролика никогда хорошей графики нет. На неделе, да, бывает Full HD они включают. Но чем популярнее канал, тем хуже будет графика. Потому что они боятся, что большая аудитория сразу будет этот ролик смотреть. Поэтому они всегда 360 там, или 380 стоят. Но когда ролик заканчивается, тут же идет обработка Full HD и тут же 2К. Поэтому ролики я отсрочиваю, отсрачиваю, или как там правильно сказать? Отстрачиваю. Сам себя рассмешил. Вот. Дождитесь хорошего качества. Я не фотогеничен, но зато я стараюсь, чтобы ролики были идеальной картинкой, чтобы вы могли дома подключиться к большому телевизору и смотреть на большом телевизоре. Там подключить телефон или еще смартфон, и как-то там у кого встроенный YouTube и так далее. Чтобы вы смотрели на большом экране с удовольствием. Ну, вроде уже все сказано, все, что я мог сказать, сказал. На Дзене у меня тоже около 150 тысяч просмотров. Но там сейчас я этим не занимаюсь, поэтому милости просим. Пожалуйста, приходите, всех жду. Приходите и как блогерши, и приходите как просмотр каналов. Вот такие дела. Хочу, значит, всех поздравить с наступающим Новым годом. Закончите все дела в этом году. Займитесь хобби, чтобы у вас было интересное хобби. Вечером нужно обязательно иметь какое-то хобби, час-два. И на это я обязательно откладываю время. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя. Благодарю всех своих подписчиков. И большая благодарность всем тем, кто меня смотрит. До новых встреч!